записи. Специальные таблички, серии таблички у вас в правой руке. У центрального судьи табличка лежит на соседней стуле. Это связано с тем, что как это ритуал будет. Здесь помещение имеет мастер, который дает команды, взаимодействует со спортсменом и так далее, и так далее. Центральный судья выполняет процесс. Он дает карту. Информатор объявляет там. Вася Иванов. Приглашается там Вася Иванов, какой-то город и так далее. Вася Иванов входит, вот сюда входит. Да? Ну, я сейчас спиной покажу там, да? Босс. Центральный судья дает ему знак приблизиться. ОС. Он выходит на стартовую позицию. После этого запрашивается центральный судья три раза. Название карты. Почему? Информатор должен записать название карты. И потом соединиться с тем, что произошло. Вышел спортсмен. Ката. Такео Кусунович. Говорит спортсмен. Центральный судья говорит. Такео Кусунович. Йой. Понятно? Вот. И Янсу. Янсу, со! Стоит за этим глаза. Янсу, открыл глаза. Йой! Отсюда. Понятно, да? Вот работа в центральном суде. Когда исполнение карты завершилось и объявили результат, центральный судья встает, и это является знаком для спортсмена для взаимного поклона. Они вместе ОС! И показывают знак для лица.